В августе этого года пенсионерка Наталья Степанова переехала в Севастополь из Новосибирска. Квартиру выбирала специально ближе к морю, в элитном районе, новом и чистом. На практике все оказалось не так. В трех шагах от такого чудесного дома, от античного проспекта, находятся вот эти артефакты современных неандертальцев. Я иначе просто не назову другими словами тех людей, которые способны вот это сделать. И то же самое у моря, представляете? У моря на чудесном берегу вот такие вот вещи. Мы ходим, мы местные жители, ходим и собираем. Элитные постройки от пустыря, усеянного мусором, отделяет специальная площадка с контейнерами. Сюда Наталья приносит находки, мимо которых пройти не смогла. Здесь все по стандарту. 6 баков и отдельная урна для пластика. Но посмотрите, в каком он состоянии. 10 дней он переполненный. Ветер уже выносит это все обратно на территорию нашего античного проспекта. Нашего вот этого будущего бульвара. В этом году к уборке города подошли по-новому. Территорию поделили между несколькими предприятиями. За дороги отвечает Севавтодор, за центр города – парки и скверы, за остальные районы – подрядные организации и муниципалитеты. Не все организации на сегодня довели ту работу, которую должны были сделать в полном объеме. Поэтому Севавтодор сегодня усилил работу. Придорожная полоса убирается в более усиленном режиме. По подведомственным учреждениям, парковым скверам тоже проведена определенная работа. Мы приняли управленческие решения о том, что в следующем году как доводить лимиты, как будем расторговывать, где будем привлекать бизнес, где будет работать наше подведомственное учреждение. Делим четко зоны ответственности. К центру города, за который отвечает непосредственно предприятие «Парки и скверы», сейчас претензий почти нет. Подрядчики и муниципалитеты справляются хуже. На проспекте Героев Сталинграда речь об обычном бытовом мусоре уже даже не ведется. Теплое одеяло, одежда, обломки старого дивана, посуда и даже детские игрушки. Здесь есть практически все, что необходимо для простого быта человека с небольшими запросами. Есть предложение, будет и спрос. Местные бабушки обеспокоены. Куда обращаться и как помочь человеку, который уже несколько дней назад, в прямом смысле слова, пригрелся на местной теплотрассе рядом со свалкой. 4 декабря принят новый закон. Он позволит контролировать и привлекать к административной ответственности руководителей коммунальных предприятий, которые допустили такие свалки. Штрафы за недобросовестную работу составят от 5 до 20 тысяч рублей. С 18 декабря мы имеем право, наше контрольное управление, привлекать, составлять протокола и передавать их на рассмотрение в мировой суд по штрафам в случае выявления того или иного факта загрязнения, неуборки территории, а летом уже это и нескошенная трава, и в целом, в принципе, содержание той или иной территории. Поэтому мы начинаем эту процедуру. Помочь в очистке города от мусора должна и новая техника. В этом году автопарк предприятия «Парки и скверы» уже усилен, и это не предел. Мы понимаем, что у них сегодня имеется 25 единиц техники, и они еще дозакупают 10 единиц в декабре. Соответственно, мы 35 единиц будем иметь для содержания города. До этого, соответственно, это было отсутствие, и, соответственно, привлекали со стороны ту или иную технику, которая была в коммерческом использовании. Это вот тот существенное изменение, которое мы получили в этом году, чтобы город стал наш чище. Уборка города в этом году обошлась в 300 миллионов рублей. В следующем запланировано выделить почти вдвое больше, плюс 250 миллионов для муниципалитетов. Руководство Севавтодора встретиться лично с журналистами времени не нашлось. Получить официальный комментарий удалось только в письменном виде, и то весьма сжатый. Видимо, для того, чтобы успеть к назначенному сроку, предприятию действительно пришлось бросить на очистку дорог все силы. На уборку проезжей части от мусора в 2017-м потрачено 7,5 миллионов рублей. В следующем году эту сумму увеличат практически вдвое. На обочинах дорог общего пользования установят 38-кубовых контейнеров. Вывозить мусор будут, учитывая сезонность и наполняемость баков. Михаил Тарасов акцентировал внимание на том, что 2017 год – пилотный. Теперь, когда финансирование больше, техника закуплена, а схемы взаимодействия отработаны, результат будет лучше. Главное, по его словам, не сбавлять темп. Яна Бех, Андрей Вовк, информационный канал Севастополя.